Наконец-то и в наш южный город пришла зима. А на днях я вспомнил, что у нас есть антикварный магазин и решил его посетить. Помещение на самом деле не сильно большое, но очень плотно все выставлено. И что не может не радовать, что на каждом товаре практически присутствует ценник. И вам не надо беспокоить продавца и все время спрашивать, а сколько это стоит, а сколько это стоит. Все очень просто и понятно. На самом деле я планировал снять видео минут на 15, но получился час, и поверьте, я даже не показал, наверное, половины того, что тут есть. Потому что что-то не выставлено на витрины, что-то еще лежит по коробочкам. В любом случае, в конце видео будут контакты этого магазина. Если вас что-то заинтересовало, вы всегда сможете позвонить и спросить о наличии. А можете сами прийти и посетить этот чудесный магазин. Поверьте, вы не пожалеете. Я провел, можно сказать, целый час, как окунулся в историю и вернулся лет на 50, наверное, назад в прошлое. Чего я вам рекомендую. Особо комментировать я не буду, потому что на каждый товар указана цена, и вы можете сами увидеть, что сколько стоит. Но остальные вопросы можете задать лично. Давайте пройдемся по магазину и посмотрим, что продается. Сначала я вам покажу в целом все витрины, общий такой обзор, а потом мы посмотрим каждую витрину отдельно и что, сколько стоит на этой витрине. Могу сразу сказать, огромное количество монет, огромное количество бумажных денег, наверное, всех времен и народов, значки, марки, книги, самовары. Кто хочет самовар, отсюда без самовара не уйдет. Самовары тоже всех времен, и дровяные, и электрические, и царских очень много. И главное, что все в очень хорошем состоянии. Есть царская мебель, чемоданы старые. А вот пластинки любителям винила. Покупайте, упаковывайте сразу в чемоданы и забирайте. Посуды, чайники, подстаканники. Очень много посуды. В общем, можно сказать, что магазин назад в СССР, а может быть даже и не только в СССР, и более ранней эпохи. Переходящие знамена. Знамена, кстати, в очень хорошем состоянии. И ценники соизмеримы, я бы даже сказал, ниже, чем на, во всяком случае, на Авито. На Авито за убитые просят столько же. Дедушка Ленин. Известная картина. Опять самовары. Пивные кружки. Очень много игрушек елочных советских времен. Посмотрите, самовары сразу с трубами. И всех форм. И репки, и рюмки, и банки. И вижу и советских времен, и царских времен, и расписные. Весы, картины, портреты, старинные зеркала. Контакты магазина будут в конце. Вы сможете уточнить, если вас что-то заинтересует. А лучше приезжайте и покупайте. То без покупки вы отсюда точно не уйдете. Я себе, например, купил ручки. Я их даже потом покажу. Вот, посмотрите, какая лампа советская, красивая. Кукла советская. Все-таки вот умели делать раньше красивые куклы. Коляска советская тоже. Чеканка. Здесь опять вот столик старый. Самовары. Это, я так понял, электрические.
электрический, наверное, времен СССР. А посредине это Баташов, скорее всего. Ну, вы посмотрите, какое состояние. Белый это тоже электрический. Кстати, обратите внимание на подстаканники. Вот, я до недавнего времени думал, что подстаканники должны быть, стаканы в подстаканниках должны быть граненые. На самом деле они должны быть тонкостенные, вот как здесь. Ну, стаканы еще будут. Мы к ним вернемся. Часы, а вот пионерские галстуки советские. Можно отряд пионеров вооружить. Кружки. Здесь, по-моему, тоже всех времен. От советских до... может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, здесь есть пара кружек Кузнецова царских времен. Я не специалист по посуде. Вот. Я думаю, что вот эти вот чашечки зеленые посредине это Кузнецов. Но могу ошибаться. Вот швейная машинка Зингер. Или это только подставка от нее. В любом случае она в хорошем состоянии. Вот, вот стаканы для подстаканников. Вот как раз тонкостенные это правильные стаканы, которые должны быть в подстаканниках. Но мы почему-то привыкли, что граненые стаканы ставили. Ну, говорят, что это неправильно. Хрусталь. Бабушки наши и мамы, наверное, любили. Когда-то в Советском Союзе это очень ценилось. Монет, конечно, огромное количество. Они разбиты и по государствам, и по датам, и по разным сериям. Я в монетах практически ничего не понимаю, но я вижу, что проделан огромный труд. И каталоги есть, и монеты на любой вкус. Посмотрите, какие красивые шкатулки. Иконы. Вот старинный сервант, или не знаю, как это назвать. Рядом был красивый. А это старинные утюги. Это вот угольные. В них засыпался, я так понимаю, уголь. А вот эти вот, которые справа, они просто разогревались на печке. В каком они должны быть состоянии, чтобы можно было, например, погладить белую рубашку? Я не представляю. Цены, кстати, тоже очень адекватные. Вообще, магазин удивил меня и ценами. Практически они такие же, как вот на рынках и на Авито. Но при этом товар весь очень чистенький, очень аккуратный. Все подписано, все вычищено. И все в очень хорошем состоянии. Практически магазин... Все как вот в магазинном качестве. Шапки-пилотки. С советских времен. Сумки, я так понимаю, что это тоже, наверное, советские. Иконы мы уже видели. Ну, почему-то мы их посмотрим еще раз. Статуэток очень много. Вот это очень интересная картина и чемодан. К картине мы еще вернемся. Пока посмотрим на статуэтки. Очень красивые. Я в них тоже ничего не понимаю, но мне очень нравится. А вот пластинки сзади достаточно редкие. Цветные мелодия выпускала, они ценились. Да и до сих пор ценятся коллекционерами. Вот это я могу сказать точно. Красивая овчарка. Здесь, я так понимаю, марки, но я почему-то этот момент пропустил. Подсвечники. Парные, красивые. Ну, самовары куда без них. А вот стенд с подстаканниками. Здесь
разные. И железные, мельхиоровые, видимо, какие-то, и алюминиевые подстаканники. Главное, интересно, посмотрите, из чего сделана полочка. Пластинки. Ну, достаточно оригинально. Подстаканники все в очень хорошем состоянии. А внизу вот стаканы были в Советском Союзе. Любили такие раскладные. Может быть, кто-то помнит. Пишите комментарии. Вот здесь уже другие подстаканники. Немножко ценник другой, но состояние тоже очень хорошее. Часы, чемоданы, бутылки разные. Состояние как в магазине в СССР. Лампа, наверное, дедушки Ленина еще такая стояла. Ну, наверное, 30-е годы точно. Хотя я могу ошибаться. Плафоны, во всяком случае, очень похожи на довоенные. Керосиновые лампы тоже состояние. Посмотрите, какое. Все блестит. Интересно. Самовар стеклянный. Красиво. Посуды здесь хватит на свадьбу, это точно. Вот для чего вот такой, я не знаю, как это назвать правильно, тазик использовался, я не знаю. Кто знает, подскажите. Чайные сервизы, посмотрите, какая красота. Здесь, наверное, марки все-таки, я так думаю. Почему-то я на ту полку не заглянул. Красивый сервиз. Хрусталь. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. А здесь, похоже, столовое серебро. Вот, кстати, это очень интересная витрина. Сейчас мы вернемся. Здесь есть очень пара ценных экспонатов, достойных внимания. Вот обратите внимание, по-моему, это икорницы называются. Отличительная особенность этих икорниц заключается в том, что они выполнены в мастерских Фаберже. И у них есть клеймо Фаберже. Посмотрите, какая красота. Фотоаппарат, к сожалению, не передает качество изделие, оно очень красивое, поверьте мне. Опять хрустальные вазы советские. Главный чекист СССР Феликс Эдмундович собственной персоной. Календарики перекидные были очень популярны в Советском Союзе. Вот еще самовары. Смотрите, шарики какие красивые. Я так понимаю, что это электрические. К победе коммунизма мы все-таки придем. А вот сейчас мы посмотрим поближе самовары. Вот это, я так понимаю, что это, наверное, Баташов или еще что-то из этой серии. Но это царские. Смотрите, какое состояние. Прям как с царского магазина. И рюмки, и банки. И сразу с трубами. И цены очень хорошие. Во всяком случае, в интернете продают такие же, за эти же деньги, в убитом состоянии. А здесь все отреставрировано, все вычищено, запаяно. Если даже что-то было неисправно, все отремонтировано. Состояние очень хорошее. И на любой вкус. Пивные кружки внизу, обратите внимание. Целая коллекция.
Весы советские. А вот расписной самовар, посмотрите. Гири сразу с весами. Вот тоже красивые самовары, но это уже советских времен. Вот дровяной советский самовар, я так понимаю. Самое то на природу. Здесь красивые вазочки. Ну, эти самовары мы с вами уже видели. Сейчас мы посмотрим, что у нас ниже. Кстати, вот стаканы стоят правильные. Посуда. Часы советские, ОЧЗ. А вот маленькие самоварчики. Вот я только не знаю, ими можно как-то пользоваться или нет. Кто знает, пишите. Или они просто сувенирные. И вот это вот круглые, это тоже самовары. Они с краниками и, похоже, с рюмочками. Красивые. Огромное количество монет. Всяких разных. На все темы. Сифоны советские. Тоже состояние идеальное. И сразу баллончики к ним. То есть можно купить сифон с баллончиками. Пожалуйста, будет вам советская газировка дома. Банки старые. Часы. В основном советские. Конь. У меня, по-моему, в детстве такой был. Глобус советский. Статуэтки красивые. Можно остановить видео и посмотреть цены, если вас интересует какой-то объект. Ну, в следующем видео, наверное, я сниму более подробно витрины, вы сможете посмотреть ценники поближе. Вот интересно, молодежь, наверное, даже не догадается, что это за объект, что вот это такое. Это, наверное, люди знают только более старшего возраста. Это классическая вещь. Вот данные магазина. Звоните, пишите. Вот можно всегда связаться и уточнить по наличию. А лучше приезжайте. И смотрите следующее видео. Там будет тоже очень много интересного. Посмотрим монеты, посмотрим бумажные деньги, каталоги, значки, посмотрим часы карманные, наручные, посмотрим патефоны, граммофоны. В общем, будет еще очень много интересного. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. До свидания.